С округи молодцы, набежали, чтобы унять свои печали. Вы глупцы, озорные сорванцы, свои лежат леденцы. Мои монетки, ожидается аншлаг из болванов и зевак. Как сегодня растерзают под истошный собак. Погружаемся во мрак, подаю условный знак. Откройте клетки. Шута, раны отбит, прятать под одеждой, но толпа скупа на жалость, я для нее навсегда бесполезный вид. Сколько мне еще осталось? Плохим хороший клоун, толпа ложится на манеж, не оправдав его надежд, но фарсу нет финала. Раскрыв объятия залу, он нажимает на курок, выполнив долг. Будь они прокляты города, в которых время меня.
круто. Это группа «La Scala». Давайте поприветствуем, еще пошумим. Come on, come on. Супер, супер. Друзья, это шоу «Брать живьем» на О2 ТВ. У нас выступают лайвом самые крутые группы. К нам приходят в студию самые крутые ребята их послушать. Обязательно ищите наш паблик ВКонтакте. Может быть, вы сможете тоже прийти в нашу студию и услышать, например, группу «La Scala». Приветик. Привет, 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 привет. Слушайте, вы так качнули, очень захотелось к вам на сцену, я даже чуть раньше выперся. Ну ладно, это простительно. Мне хотелось тут с вами тоже послэмить, поколбасить немножко. Ребята, давайте знакомиться с вами, потому что я с вами уже знаком, а многие зрители, которые прямо сейчас нас смотрят в прямом эфире, может быть, о вас не слышали, но большинство, конечно же, слышали. Ну это вряд, да. Все правильно сказали. Друзья, вокалистка Аня Грин. What's up? Ань, как бодрость духа? Как отметила Новый год? Какое настроение у тебя? Расскажи. Слушай, да, ну у меня всегда все хорошо. Да, ребята не дадут соврать. Я на Новый год была Снегурочкой, ездила по всяким рок-фестивалям, раздавала подарки. Вот, так что у меня был новогодний чёс. Ага. Много вот. Снега? Ну, вообще, да. Эта зима не очень снежная, кстати. Не, ну знаешь, в Нижнем было нормально. В общем, работала, готовили акустический альбом. И, представляете, я первую ложку оливье, наверное, съела в ночь 13 на 14 января. И вообще не пожалела, кстати. Слушай, ну это серьезный вообще пост такой, да, мощный. И 14 дней не ложки оливье. Вообще не ложки оливье. А ты вела дневник 3 дня без оливье? Да, примерно так. Сознание мутнее, это 5 дней без оливье. Начинают трястись руки. Ну, примерно так и было, да. Друзья, Аня Грин, замечательная вокалистка. Давайте ей еще раз поаплодируем. Спасибо. Я, право, с такой красоткой теряюсь на одной сцене находиться. Это вы про Жеку нашу вообще? Так, мне тут редакторы говорят, что с другими участниками группы тоже надо познакомиться. Окей. Ладно, я прикалываюсь. Друзья, Петр Ездаков, гитара, сэмплирование. Петь, как у тебя настроение? И скажи, что ты сэмплируешь? Что там? Ну, с гитарой все понятно, тут струны. Что вот там происходит за дела вообще? Всем привет, ребята. Значит, там я тоже сэмплирую гитару, по большей части. Но иногда еще всякие разные клавишные звуки. Иногда переделываю Анин голос в синтезатор. Типа, сейчас вам заценю что-нибудь. Сейчас все решат, что это фонограмма. Вот, чтобы вы понимали, это Анин голос. Был когда-то. Вот. Ну и много еще всяких интересных приколюх сделаю вот с этой штукой, установочкой. Я там бываю еще голосом Гурченко у него пою. Там. Отлично. Можно этот сделать, навигатор в машине голосом Гурченко. Слушай, ты молодец, потому что я думаю, что ты мастер на все руки, успевать играть на гитаре, еще периодически пить водичку и еще там сидеть за компом. И на фотках еще хорошо получается. Да вообще. Друзья, мастер на все руки. Петр Ездаков. Мне очень понравилось, когда группа готовилась к выходу, к сегодняшнему эфиру. Аня говорит, слушайте, ну если я там не буду знать, что говорить, если что, пусть кто-нибудь, кто ничего не переключает и никому ничего особо делать не надо, подходит и отвечает на вопросы. Я говорю, а о ком речь? Ну о ком? О басисте, конечно.
Вот, сегодня, так что сегодня открылась новая звезда. И открылся марафон анекдотов про басистов. Добавилась одна шутка еще. У меня у самого лучший друг басист, и поэтому я басистов больше всего всегда на свете люблю и хочу обняться с тобой, братан. Слушай, может, сходу... Да, собственно, а зовут бас-гитариста Евгений Шрамко. Сделайте шум! Слушай, сходу, ты помнишь какой-нибудь анекдот про басистов? Любой. Только про контрабасистов помню. Давай быстренько, расскажи. Чем отличается контрабас от гроба? От гроба? У контрабаса покойник снаружи. Детка, вот так вот, видите? За словом в карман не полезет человек. Еще раз аплодисменты нашему бас-гитаристу. Жень, ты лучший. И барабанщик, я так понимаю, это новый участник. Ну как новый, уже столько лет с нами. Ну, среди нас всех, да, он новее, моложе. Поновее, да? А я вижу, неплохо сохранился. Поновее будет. Друзья, Сергей Снарский, камон. Я хочу отметить, что у тебя очень барабанщическая фамилия, потому что, может, многие не знают, но снэр, да, это вот рабочий вот этот вот барабанщик, снарский, вполне такая рабочая барабанщическая это его кликуха, профессия. Да. А, это кликуха твоя? Снэр. Узнал об этом, всем привет. Узнал об этом 5 лет спустя, после того, как начал играть на барабанах. Потому что мне все время говорили, классная у тебя кличка, под барабаны себе придумал. И, к слову о ребятах, у меня здесь все прописано, барабаны в си миноре. Здесь гитара прописана, здесь бас-гитара. Никто там ничего не играет, хватит строить иллюзии. Все, примазался. Давайте, да, самый главный человек, походу, да. Сергей Снарский, аплодисменты. А я ни на чем не играю. Я просто бегаю по сцене, и мне кайфово наблюдать за тем, как работают профессионалы. Слушай, ты не против еще немножко побегать по сцене и покачать нас тут? Давайте. Тогда давайте встретим еще раз аплодисментами. Это группа Ласкала. Погнали дальше. Let's go. Это брат живьем. В твоих словах немало зла. Сдаю стадион, но мы...
лучше, да и черт бы с ней. В паутине микротрещин магает дисплей, потому что сам упал он, и потом он очень старый. Эй, спонсор вечером графини, только не разбей. В сумке пачка никотина, поджигай быстрей. Твоя кровь с адреналином закипает, пей, чтобы кровь твоя исчезла, и потом ты слишком трезвый. Можно продолжать аплодировать. Группа «Ласкала» здесь в прямом эфире на шоу «Брать живьем». Да, кстати, меня зовут Пашка. Я Паш Плохой, я ведущий всей этой истории. Господа и дамы, сегодня мы разыграем две кружки, подписанные всеми участниками группы, а также мерч. Насколько я помню, это шапка. И альбомчик, новый альбомчик группы «Ласкала», чтобы выиграть все эти приятности. О, да. Ребят, если не трудно, вы могли бы себе подписать? Я эту кружку, да, пущу по круговой, не буду говорить по кругу, Бруно. Хотя некоторые чашки не отказались бы, чтобы их пустили по кругу, рок-музыкант. Вот. Сегодня, чтобы выиграть эти волшебные призы, нужно задавать крутые вопросы. Поэтому все, кто нас смотрит в прямом эфире, прямо там, пишите срочно в чатик. Любой вопрос, ну, более-менее приличный, мы его переадресуем участникам группы «Ласкала». И тот вопрос, который больше всего понравится Ане и другим ребятам, собственно, тот человек, который его задал, получит приз. То же самое касается зала. Ребят, во втором раунде, во время второго интервью, мы будем задавать вопросы из зала, поэтому вы пока думайте. О чем вы хотели спросить Аню, но ты всегда боялись. Ты что так заикаться начал? Не волнуйся. Да вот ты как ближе подходишь, я сразу начинаю нервничать. Ну давай, отойду. Аня, мне очень интересно. Ты ведь изначально из альтернативной тусовки, насколько я понимаю, и ребята в том числе. Ну да. То есть вот мой 2007, и вот куда-то в ту сторону. Не-не-не, мы еще не родились, мне кажется, тогда.
Мы помоложе. Я понял. Ну, думал, может, на Манежке тоже там тусовались. А как вы пришли к тому, чтобы играть поп-рок и тем более латин-рок? Как вообще возникло это направление мысли и... Ну, я исходила из того, где надо меньше петь и больше танцевать, и решила, о, мое, тут можно разговаривать и немножко пританцовывать. Петя вообще пришел к нам из сумасшедшей метальной тусы, когда ему было 13 лет, он играл песни. Ты можешь напеть? Нет, уже не могу. Чуть-чуть порычи, по-братски. Да не-не, там. Вот он пел таким примерно голосом. Жесткий грол, да. А как называлось у вас направление это? Блэкуха типа или что это? Black metal. И вот, в принципе, от такого мы решили, что, в принципе, недалеко латин-рок. И все-таки поняли, что нам удобно играть ту музыку, которую мы сейчас делаем. Как это получилось? Да не знаю, у нас первые два альбома были вообще проба пера. Писали песни, не понимая вообще, что нужно думать о концепции, о каких-то таких вещах. Вот вышел новый альбом. Это продолжение нашей предыдущей пластинки. Агония, да? Да. Продолжение. Кто слушал, ребята, в зале? Мне кажется... Ничего страшного, настанет и твой черед. Девушка такая стоит, думает, я вообще здесь впервые, мне заплатили за массовку. Короче, то, что мы делаем сейчас, наконец-то, это осознанное творчество. Деньги тебе не отдадим, извини. Вот, и поняли, что нам нравится это направление, нам нравится миксовать хип-хоп, нам нравится миксовать реггетон и немножко добавлять гитарки, ну, а роки не забывать. Но наконец-то мы себя нашли, начиная с Патагонии, Агонии закрепили. Супер. Да, ребята, это круто, что группа Наскала себя нашла спустя эти годы. Ну, знаешь, у нас было так. Слушай, ну все играют альтернативу, давайте сыграем, да у нас будет металл, давай. Ну и я со своим вокалом вышла такая. Ничего-то нет, ну ладно. Давайте играть панк-рок, сейчас модно. Сейчас просто все команды выстреливают, заиграем панк-рок. И начали что-то играть, и как-то я попрыгала, я так и думаю, нет, это тоже не мое. Хочу латину, да? О, да, она такая, опа, это вот мое. Yeah, супер, круто. Но ты ведь еще рэп читаешь в треках? Ну, типа, да, ну я не знаю, это можно назвать рэпом. Мне кажется, я просто быстро пою. Быстрее обычного. Слушай, я знаю, как можно в батлах просто рэперам говорить, что чувак, да ты читаешь, ты просто быстро поешь. И все-таки. Слушай, мы с каким-то рэпером общались, а у него, знаешь, типа песня: когда-то на работе мы мою тетю. Я говорю: слушай, типа, чувак, ну это же не рэп. Он: ты че, охренела? Это, между прочим, настоящий мой рэп. Я говорю, ну... Он всегда так разговаривает, да? Я такая говорю, блин, ну слушай, чувак, я понимаю, там у тебя свой стиль, все дела. Но ведь это же не рэп. Ну, вот, блин, вот есть Эминем, да, там есть Оксимирон. Тетя-то при чем, да? Да. Зачем-то тетю-то? Давайте поаплодируем вот той самой тете. Вот. Ну, я, короче, прикинула, что я зачитываю круче, груевовее и прикольнее, чем вот эти вот некоторые реперки, которые собирают сейчас стадионы. Но я не стала им об этом говорить, потому что я скромная. Да, ты просто решила прийти к нам сюда в студию и в прямом эфире зачитать. Камин-аут, да? Совершить камин-аут просто. Да, бро, если ты смотришь нас в прямом эфире, завидуй, плачь и отстань от тети, пожалуйста. Ну что ж, кружка. Мне нужно, чтобы кто-то поддержал кружку, да. Спасибо, это человек. Ему специально платят зарплату за то, чтобы он держал кружку вот в этих перерывах. Вот. Последнее время задерживают немножко. Так, друзья, сейчас я буду зачитывать вопросы из чата. Ань, ты готова? Так, погнали. Конечно. Так, пишут мне редакторы. Вот тут будут вопросы. Супер. Аленушка Кричко. Аня, почему называешь Мытищи Сан-Мытищечками? Ну, вы слышали когда-нибудь вообще название города Мытищи и Химки? И вы представляете, если все время говорить «я из Мытищ». Поэтому мне пришлось обыграть название, чтобы гордо... Вы знаете, есть люди, говорят «мы из республики Сан-Марино». И я решила идти по тому же принципу и обозвать свой город Сан-Мытищи, Сан-Мытищечки. Вот, как бы, а чё нет? Когда-нибудь администрация города должна мне дать орден за это и снизить...
И снизить коммуналку, я надеюсь. Слушай, я был как-то в Мытищах, мне нужно было там какой-то вопросик съездить, зарешать. И я, значит, да, шел по Сан-Мытищечкам, я иду, и там гаражи, думаю, сейчас шею меня сломают. И кого-то прохожий спрашиваю, а где тут центр? Он говорит, так ты в центре. Не, на самом деле у нас гаражи — это только, ну, это верх... Это... Не совсем это центр. Не обманули меня, наконец. Да нет, слушай, центр у нас офигенный. Как-нибудь я буду водить экскурсии, когда я уже буду стара для того, чтобы двигать бедрами. Вот, значит, я упаду, сломаю себе шейку бедра и буду на костыле ходить. Так, уважаемые гости города, по правую сторону гаражи. Нет, я буду рассказывать такие истории вообще. У меня еще, знаешь, будет этот ценз экскурсий. Ночная экскурсия, тайные Мытищи. Значит, там, речные Мытищи. Буду тайные срубать бабла, да. Тайные Мытищи. Друзья, записываемся. Я еще не сломала шейку бедра. Но. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Погнали дальше. Никита Попов, вопрос. Будет ли у группы свой зукарь, может быть, в будущем времени? А следующий вопрос. А такой плохой звук? Или у нас на самом деле наш звукорежиссер, он бессменный, работает с нами уже, наверное, 5 лет. Единственное, что он сейчас переехал в Санкт-Петербург, и нам очень тяжело его из Питера вытаскивать на московские мероприятия. Но сегодня Серега с нами. Сережа, Актуш, поаплодируйте, пожалуйста. Серега, респект тебе. Надежда Ставрович. Это просто мы хреново играем, наш звукорежиссер ни при чем. Нормально, фу-па. Так, Надежда Ставрович, вопрос. Аня, хотела бы ты жить в Казан? Не в Казани, а в Казан просто. В Казан ты хотела бы? Жить в Казан или ходить в Казан? Что она имела в виду? Или ходить на Казан? Но тем не менее, ты была в Казани, нравится тебе там? В Казани я была, да. И Казан у меня дома есть. Так что все да, везде да. Так Казань что... понравилась, очень понравилась Казань, но я бы не хотела жить в Казани, потому что, как я уже говорила, нет места для меня роднее, чем моя маленькая республика Замкат. А надо мой родной город, ну и Малага, где я буду встречать свою пенсию. Yeah. Вот. Так что, Надя, если что, можешь меня позвать на Казан плова. В Казан я не откажусь. Илья Козлов. Даже... Дорогая Аня, какой совет дашь начинающим группам? Заканчивать. Спасибо. Не, просто я сразу хочу сказать, что это самоубийство. Ну, смотрите, выстреливают единицы. Если ты не выстреливаешь, то у тебя путь Ласкала. Это я называю путь Сантьяго или Эльдорадо. Это когда ты медленно идешь в гору. Медленно. И вот нам уже 7 лет, и мы можем похвастаться тем, что мы собираем нормальные там площадки. Но, тем не менее, вы недавно совсем собрали клуб Red. Давайте поаплодируем, дадим шума. Да, нет, это неплохо. Это большой концертный клуб. Но это не стадион. Не прибедняйтесь. Это не стадион, и для того, чтобы собрать стадион, нам, думаю, еще нужно будет с вами 5 лет. Ну ничего, мы выросли. Смотри, они когда начинали, вот они вот такими еще, были. Вот молодые еще, смотри, у них все впереди. Какие молодые? Ты знаешь, сколько им лет? У нас средний ценз на концерте 28+. А вы еще перенесли эфир? Мы, значит, так бравенько записались все на 8 вечера. Представляешь, а наша аудитория, да, все такие солидные, красивые. Я говорю, ребята, 4 часа, а их уволят, ты понимаешь? Поэтому это вот их дети только. Вот. Они детей своих отправили. Слушай, но я всегда знаю, кому сколько лет. Я пару лет строгача не хочу. Далее. Так, не начинаете, да? Да не, но главное, если вы начинаете, то это нужно делать осознанно. Типа для чего? Если ты хочешь играть в рок-звезду, то если пожалуйста. Если ты хочешь испортить свою жизнь, покалечить да свою нет, карьеру, нет, то нет, речь не об этом. Рок-музыка ждет тебя. Речь не об этом, смотри. То есть ты можешь быть рок-звездой по субботам и воскресеньям, а в понедельник надевать свой галстук, пиджачок и идти на работу. Но значит, о каких турах идет речь, о каких концертах, фестивалях. Ты просто будешь человеком с хобби. Тут, пожалуйста, даже никаких советов не нужно. Идите, работайте, покупайте гитару, играйте. А если это прям дело жизни, то нужно сесть с семьей и сказать, в ближайшие 4 года мы будем бедными. В ближайшие 4 года я буду в говно. Там, ну, я буду приходить с дырой в кармане, но счастливый, и у меня будет медиатор. Вот. Ну, как-то так. Звучит многообещающе, да. Мечта, да, любой... Любой женщины, молодой женщины. Супер. Продолжаем марафон. Никита Попов, кто у вас в группе самый крутой? Ну, я, конечно. Все.
Тут споров не было. Елена Киселева, а что за красная стойка? Или это новая, а старую реанимировали? Да, в Ижевске моя любимая стоечка, к сожалению, сломалась, но мы ее сейчас починили. Это все та же стойка. Ей уже, по-моему, лет 6. Это подарок от ребят или 5. Когда у меня был юбилей. И ты везде ее с собой носишь, в принципе? Ну, не я, парни. Не, ну когда я начинала, да, я ходила и с микрофоном, и со стойкой. Из города в город, да, с этим. Вот. А сейчас, когда мы начали там собирать, там продажки пошли, я говорю, ребята, это все моя работа, так что теперь на вас, короче, вот техника. Причем я представляю, как реально гастроли, у тебя эта стойка на плече, и там узелок такой вещей, знаешь, как в сказке детской. Как у тебя, Серега. А он до сих пор такой, да? И у тебя будет стойка когда-нибудь, брат. Так. Красная. Карен Баграмян, как давно вы знакомы с группой «Луна»? Ой, мне кажется, не было... Не, впервые слышу. Не было группы еще, мы уже были знакомы со всеми музыкантами. Ну, если группе сейчас, по-моему, 10 лет, то что-то 11 уже знакомы. Респекты летят Лусине Геворкян, группа «Луна». Группа «Луна» там отжигает в своем Таиланде сейчас с кокосами и бананами. Привет вам, какашки. Ну что, тур отыграли? Зависть. Они там вместе с Кис-Кис, мне тут редакторы подсказывают. Это важная информация, может быть, для кого-то. Ребятам тоже привет. Йоу. Владислав Мил, если бы вы были важной составляющей по спасению человечества, к какому элементу вы себя бы отнесли? Огонь, вода, медные трубы? Ну, не знаю, стихия любимая, видимо. Я есть все из перечисленного. Слушай, огонь, конечно. Ну, огонь, да, огонь — моя стихия. Хотя я водный знак зодиака. Но я так боюсь утонуть, слушай. Я, короче, мы когда на море... Я боюсь водного. Мы когда на море приезжаем, я вот в этом отстойнике для мелких все время тусуюсь. Ну, там, значит, друзья идут плавать, а я вот это вот с лягушками мелкими там. И на меня там, ну, смотрят так, типа, девушка, вы бы не могли тут это своим вот лифчиком не светить? Идите, а мне страшно сказать, что я орать начну от страха, если вот, короче, туда попаду. Дело в том, что я однажды с подружкой, мы поехали праздновать мой диплом в Италии в 2011 году, и начались сильные волны, это было в Риме, и я порезала ногу, у меня начались судороги, я начала тонуть, и я никому в жизни не пожелаю это испытать. Но слава богу, ко мне приплыл мой черный плащ. Знаете, на этом матрасике таком салатовом. А они там везде ходят. Белла Град. О, чика, тия, грацци, рагацци, макароны. И раскрыл черный плащ. Ну, он меня посадил на матрас и начал просто вот так долбить, чтобы, видимо, я выплюнула воду. Слушай, страстный, в смысле, темпераментный итальянский мужчина. После этого я не была ни в Италии, ни купалась в море, все. Так что, друзья, аккуратно. Озеро мой конек, все, максимум. На воде аккуратно, нужно соблюдать правила безопасности, чтобы... А то потом это... Никто этого не хочет, так. О, Никита Попов. Опять? Никита, главный Никита, ваш... Никита, успокойся, да, уже, да. Будет совместный трек с какими-нибудь рэперами? Например, Окси. Вот. Кто-то, ну, помнит, да, Иваныч? Да, да. Вот, значит, звоню ему постоянно, говорю, Оксик, как дела, друган? Мне кажется, будут. Но Окси — это пока какая-то такая недостижимая история. Я хочу вырасти в этом направлении. Мне кажется, вы просто не его уровень. Мне кажется, он просто не дотягивает немножко. Думаешь? Mm-hmm. Не, ну я хотела бы дать ему шанс. Конечно. Оксимирон, если ты нас слышишь и ты чувствуешь, что карьера твоя как-то скатывается, есть отличная возможность скатить сделать ее еще ниже. Давайте какую-нибудь отбивочку сделаем, чтобы повеселее его расставить. Серега, да, спасибо. Не, я большая поклонница. Окси, обожаю. Горгород, прям ван лав. Все песни наизусть знаю. Кому нравится, тоже можете похлопать. Выйдите из зала, пожалуйста. Ну, слушай, была на концерте, я сейчас думаю, я знаю все песни Окси. Сейчас я буду с ним запевать. И он начинает. Это сказка для взрослых. И я... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, спела я песню. Короче, как-то быстро вот он вот это делает. Друзья, короче, все вопросы мы не успели прочитать, потому что слишком нам было весело и радостно. Извините, пожалуйста. И ребятам не успели тоже вопросы задать. Ну, в принципе, кому интересно, что вы думаете? Нет, я шучу, я безумно неудобно себя чувствую за такую шутку. Ребята, вы самые лучшие. Не про тебя. Так, музыкантам, да, аплодисменты, да? Мне кажется, они знают, что они самые лучшие.
Да, а то вы уйдете, все зрители, а меня в мытище повезут в багажнике. Мне это... Ань, какой вопрос тебе больше всего понравился, скажи? Уже надо выбрать. Угу. Ну, это, хорошо, какой вопрос ты помнишь? Да не, ну я помню все вопросы, но мне ни один не понравился. Они были очень... Так, давай какой тебе понравился? Давай еще шанс какой-нибудь сделаем. Только не Попову, ладно? Анастасия Липатникова. Кто твой Пегас? Конь с крыльями из пучины морской. О чем речь вообще, я не понимаю. Кто мой Пегас? Офигенный вопрос. То есть, кого я седлаю или... Ну, есть у меня один. Вот. Ну да. Пегас! Я ж теперь его так называть всю жизнь буду. Пегасончик. Не, так, возвращаемся. Не просто Пегас, не просто Пегас. Кто твой Пегас, в кавычках, видишь, конь с крыльями из пучины морской. Не, я знаю, кто такой Пегас. Ну, то есть, ну, меня, походу... Ну, да, в Италии, который тебя выложил. Это он. А как его звали, я не знаю. Ну, там, Роберто, наверное. Вот. И чашка отправляется в Италию, Роберто, который... Ну, давай, может быть, мне кажется, интересна была история про то, как ты купался. Вот Владислав Мил спрашивал, какой бы ты была бы стихией. Мы что-то поговорили там про воду, про то все. Может, ему отправим? Нет. Редакторы говорят, что меня нельзя выбирать. Ладно, ты должна это сделать. Меня уволят, иначе давай подумай. Смотри, у нас было вот еще вопросик. Давай. Ты правда с севера? Потрясающий вопрос. Мне, сейчас я расскажу такую историю. Вот это вот мне очень нравится. Ну давай, падай. Еду в машине позавчера. Сигналит парень. Опусти окошко. Я опускаю. Офигеть, я думал, ты не ты. Смотрю, волосы красные, значит ты. А ты что, уводишь? А я сижу такая, нет. Слушай, я не знал, что ты водишь. Точно водишь? Я, ну, да. Ну, очень странный вопрос. И так и тоже мне нравится. С Чукотки, значит, я выкладываю, как я маленькая, стою на фоне сопок. Значит, я ловлю киту в лимане. Вот мы с папой что, разделываем. Что, ловишь китов? Кету, рыба, кита. Значит, мы с папой там разделываем оленя, там вот она тушка зайчика. Я вот стою, значит, на фоне вот всей этой чукотской истории из года в год, разные фотографии. И меня тоже спрашивают, ты реально, ну правда с севера? Я думаю, чувак, ну если бы я воспользовалась фотошопом, я бы, наверное, себя на фоне там LA поставила, там Сан-Франциско, да? Ну как бы, ну странно, да, вот хвастаться тем, что я с Чукотки. Конечно, конечно, все это правда. Единственное, что Анадырь и Чукотка — это скорее Дальний Восток. То есть мы регион Крайнего Севера. Учите географию, друзья, да. Но, с другой стороны, да, мы отчасти Дальний Восток и Крайний Север. Может быть, человек хотел просто посмотреть на мои знания географии? Но приз мы ему не отправляем, да, тоже? Нет. Давай, вот сейчас будет вопрос, вот который зачитаешь, туда отправим призулю. Давай. Никита Попов. Вопрос. Правда ли история написания песни «Пьяная», о которой вы когда-то рассказывали? Ну, то есть ты сейчас пела песню «Пьяная», а угу. Какая там история? И Никита Попов, собственно, получает кружку, и... Да. И у нас есть еще специальный приз. Так. Шапка, друзья. Волшебная нифига шапка. Себе, то есть человеку так повезло. В этом пакете шапка. Поможешь мне? Давай. В самом красивом пакете. Да, это мерч группы «La Scala». Он направляется в любом случае Никите Попову. Никит, спасибо, что задаете нам вопросы. И напоследок, расскажи про историю песни написания... Господи, про историю написания песни «Пьяная». И будем уже музончик играть. Давай. В общем-то, есть у меня, как мы уже выяснили, Пегас. Любимый человек, как говорят на моем языке. Вот. Случилась бытовая... История, которая случается абсолютно у всех людей, у актеров, у музыкантов, у банкиров, у трактористов. Абсолютно у всех ссора. Домашняя бытовая ссора.
Ну, типа... Посуда летит, там, все такое. И знаешь, ссора такая, типа, я не хочу плейбэк в этом месте. Нет, ты неужели не понимаешь, что здесь плейбэк звучит лучше? Я говорю, опусти мне на полтона ниже, тебе тяжело опустить гитару на полтона. Ну, такая нормальная бытовая ссора на кухне. На полтона ниже или я ухожу, да? Типа там? Вот. Ну и, короче, все. Я сказала, вот, если мы ее не опустим, я буду петь плохо, к нам никто не будет ходить на концерты, у нас не будет денег, мы будем нищими, умрем в нищете и будем просто в мытищечках на станции с подаянием у церкви вот так вот стоять, а это не та жизнь, которую я хотела. Можно у гаража еще. Вот. Ну и все, и мы вот разругались, и я такая, нам не будет лучше, нам не будет лучше. Ну, думаю, опа! Отлично. И потом это как-то все, окей, я, наверное, не права, что в кухне вынесла дверь. Ну, чуть-чуть, я постучала по двери. Ну, бывает. Друзья, любите друг друга. Так что да, это история действительно из моей жизни, как и абсолютно любая песня группы «Ласкала». Это все то, что со мной происходило. Просто я это немножечко подаю под более вкусным соусом. Ребята, аплодисменты Ане за такую откровенность. Линда Меченая говорит, передайте Анюте, что она лучше. Ее стремлению к цели можно только завидовать. Зависть, зависть, сердечко, улыбка. Это кто? Понять не имею. Какая-то Линда Меченая. Линда, да, тебя пометили только что. Давайте, ребятки, немножко поболтали. Время попрыгать, покачаться. Группа «Ласкала». Давайте сделаем шум и полное безумие в этом зале. Let's go! Под ритмы румбы мы оба искали приют. Я пребывала в экстазе, ловила нирвану. Слова меня манили в глаза, немного пыли азарт, и я забыла маршрут. У меня есть права и немного вредно. И зачем нам стюардесса, если мы на анва? В салоне пожар, когда мы на ножах. Выполняем с интересом чудеса на виражах. А ты совсем не входил в мои летние планы. И отклоняться от курса я так не люблю. Но теперь мне будет о чем написать с мемуара. О том, как мы летали в неизведанные дали. О том, как рассекали облака по вертикали. О том, как забывали, для чего нам две педали. О-о-о, угодили в петлю. У меня есть права, я немного пьяна. Зачем нам стюардесса, если мы на А2? В салоне пожар, когда мы на ножах. Выполняем с интересом чудеса на виражах. Зачем нам стюардесса, если мы на А2? В салоне пожар, когда мы на ножах. Выполняем с интересом чудеса на виражах. Играет вокальный инструментальный ансамбль «Ласкала».
интереса, если мы на А2. В салоне пожар, когда мы на ножах, выполняем с интересом чудеса на пирожах. Отлично. Теперь немножко грусти. Давай им. Вы не стесняйтесь, пожалуйста, петь. Это здесь приветствуется. Чувствуйте себя как дома, ладно? Как кислород перекрыто шоссе. Снова и снова. И вели громко в унисон с волнами. В круговороте из новых людей горят обломки тех воспоминаний. Я никогда не посмею больше верить в твой забытый образ. Я никогда, никогда уже не склею свой. Всех путей ушли в никуда. Как жаль, но их не пощадило время. Пусть маяки, что горели тогда, спасут других, но нас никогда. Я никогда не посмею больше верить в твой забытый образ. Я никогда, никогда. Спасибо. Кто был на наших концертах, знает, что сейчас будет. Несмотря на то, что мы в студии, где есть свои какие-то правила, да, поведение, нельзя употреблять алкоголь, там все такое. Но нам все равно с вами весело, мне кажется. По крайней мере, половине зала точно. Нормально, видите, всем хорошо. Давайте сейчас немножечко поработаем совместно. Поднимаем правую руку. Ну, кому удобно. Ну, наверное, правую лучше. Давайте сейчас сделаем флешмоб, который останется в истории телевидения. И будем потом вспоминать, когда мы будем собирать стадион.
что мы однажды с вами делали такую крутую движуху. Ну что, раз, два, три, гоу! Ага, отлично, все хорошо там, все идеально, никого гнобить не буду сегодня. Вы все большие молодцы, вы знали, куда вы шли. Единственное, что тут у меня так парочка обнимается. Ну, уделите мне 3,5 минуты своего времени. Ну, чуть-чуть, ладно? И давайте все вместе сделаем эту движуху. И... Ага, отлично, супер, идеально. Запомнили, да, это движение? 3,5 минуты будем не опускать руки. Не будем опускать руки, так будет правильно. И еще один момент. Мужчины, в припеве кричите мне, что я виновна, виновна, виновна. Хочешь черным маркером в области лба? Я признаюсь, содеяно мной преступление. Я пишу, что во всем и всегда не права. Виновата в отсутствии личного времени, виновна. Хочу быть счастливой, растворяясь наивно в любимой мной музыке. Ты как подонок танцуешь с ветром, намигая глазами мне в сторону мусорки. Утром, как в нелепом кино, буду гнить у Мартена, спасай снотворным. В воздухе церковь звенит лишь одно, что виновна. Зачем ты, как змея, на шее? В сортире не стесняйся, в словах умножай на 4. Проще умереть спокойно, откинув ноги, только сначала доглажу твой смокинг. Утром, как в испанском кино, буду мстить, разбавляя отраву снотворным. В воздухе техам звенит лишь одно, что виновна, виновна, виновна. Зачем ты, как змея, на шее? Так вот, друзья, это группа «La Scala». Аплодисменты всему бенду. Жень, как ты думаешь, в чем Аня виновата, в принципе? Ну, это сложно сказать вообще во многом. Мнение других участников группы. Петр, прошу. Я думаю, что во всем виноват басист.
вообще, ну, виновата, во-первых, в первую очередь в том, что она вообще сделала вообще все это, собрала вот нас. Когда паспорта отдадут, подходи, мы тебе все раз, все подногодно. Можешь сам себе еще отбивочку сделать, мне кажется? Да, спасибо. Так, но было неплохо, было неплохо. Так, друзья, мы задаем сейчас вопросы из зала. Вот вы все здесь. А где крестик, Серег? Где крестик, где надо стоять? Я тут, а тут рюкзак просто поставили на крестик. Так, хорошо, да, понял. Я, извините, я сам с собой периодически разговариваю. Друзья, вот меня снимают. Привет, прямой эфир ВКонтакте. What's up? Да, спасибо. Задаем вопросы для группы «Ласкала». Есть ли желающие? Так, пожалуйста, вот девушка была первой. Просим. Как тебя зовут? Рассказывай. Полина меня зовут. Полина, иди к нам поближе, не стесняйся. Полине аплодисменты. Да-да-да. Полина, тебя смотрит вся страна. Привет маме. Так, какой мы вопрос зададим? Я хочу Ане задать вопрос. Ань, какое самое первое, самое теплое, самое доброе впечатление о Чукотке? О. Так, аплодисменты, это неплохой вопрос, во-первых. Слушай, ну мое вообще первое впечатление было, когда я вылезла на этот цвет. И плевать было, что это Чукотка. Ну, тяжело просто сказать, какое мое первое впечатление. Тем более теплое. Теплое впечатление о Чукотке. Это вообще... Ну, стоял июльский жаркий чукотский вечер. Угу. Было примерно плюс 4. Это мой дом. И любая ассоциация, связанная с моим домом, она всегда приятна. Я испытываю ностальгию. Но сгонять на Чукотку туда-обратно стоит так же, как сгонять в Майами. И да, очень грустно, что у нас вроде бы одна большая такая страна, но чтобы приехать домой, нужно выкатить около 110 тысяч рублей. Ну, такое. Вот. И, наконец-то, моя семья оттуда переехала. А до этого я жила здесь, мыслю, что просто огромная часть моего сердца тусуется там, на севере. Ну, конечно, самые приятные. Это не то, что ты хотела услышать. Ты что ожидала? Мое первое впечатление, когда я увидела Романа Абрамовича. Очень уважительно отношусь к Роману Аркадьевичу, потому что для нас он не как для вас миллиардер, типа, который купил Челси. Для нас он типа добрый дядя, которого можно встретить в супермаркете. И он тебе даже в ответ может помахать ручкой. Вот. А ты с какой целью вообще интересуешься? Если переехать, то не надо. Нет, конечно. Дорого, очень дорого. Мне просто хотелось задать интересный, теплый вопрос. Спасибо. Понятно, все хотят кружку и диск от группы «Ласкала». Полин, молодец. Да, можно, кстати, пока начать подписывать великую кружку. Ребят, выпустите ее тоже по спирали. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, просим, выходите к нам. Да. А вас как зовут? Меня зовут Юля, всем привет. У меня такой вопрос ко всем участникам группы. Но сначала Ане хочется задать вопрос, чем именно вдохновляет Испания и куда хотелось бы еще съездить, есть ли такие места, вот в которые прям тянет в мире. Вопрос не про Чукотку, про Испанию. Ты же говоришь по-испански, кстати, да? Ну да. Sí, un poquito. Спасибо большое, хороший вопрос. Все связанное с любимыми местами всегда приятно. Ты знаешь, вот это как объяснить типа твою тягу к человеку. Ты можешь объяснить, почему тебя тянет к тому человеку, которого ты любишь? А бывает так еще даже, тебе все твои подружки говорят, ну он же страшный, ну он же не очень, а ты, блин, да он самый красивый на свете. Потому что происходит какая-то химия, она происходит между людьми, она происходит между читателем и книгой. Или туристом и страной. Вот я однажды была туристом в Испании, теперь приезжаю туда просто к друзьям, потому что люблю это место, люблю этих людей, люблю эти кафешки, люблю эту еду, люблю этот народ, обожаю этот язык. Господи, как трусы спотели сейчас. Кто мне провод туда засунул? Можешь вытащить провод оттуда? Вот, я... Так... Слушай... Ребят, сделайте общий план на всякий случай, чтобы нам... Но на всякий случай возвращаясь к твоему вопросу, еще второму, да, куда бы хотела съездить. Подводочка это была.
Португалия. Наверное, Португалия и все страны Латинской Америки. Ну а что, раз язык уже знаю, не пропадать же добру. Все, спасибо. Супер, спасибо. Итак, еще вопросики. Вот где-то, да, вот девушка, вы раньше, да, по-моему, что были? Слово «трусы» запрещено на телевидении? Не, я просто, ну я же не знаю, что там дальше будет. Ну, в общем, забудь это, наверное, мои какие-то, да. Это мои проблемы, да. Да, спасибо. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Катя. Очень люблю Аню, да, почему-то только у нее все спрашивают. Ребята тоже большой очень вклад делают в группу. У меня вопрос к мальчишкам. Если бы можно было бы вернуться на один день в прошлое, в какой бы день вы вернулись? Отличный вопрос. Ну-ка, ну-ка. Петр? Я думаю, что я бы не возвращался никуда. Потому что, типа, все прожитые моменты, это очень круто, и то, что они остались вот такими, какие они были. Так, сейчас перепишем. И они остались, типа, я бы вернулся в день нашей встречи. Короче... Блин, есть крутые моменты в жизни, которые потом превращаются, типа, в воспоминания. И, типа, переживать заново лучше что-нибудь новое, типа, пережить, чем что-то старое. А про старое можно круто вспоминать и, типа, каждый раз откладывать это куда-нибудь в чертоги своего разума, чтобы оно не пропало. Типа того. Вот так, вот так. А теперь рубрика «Мнение басиста». Да не, просто Петя, короче, украл мою мысль, на самом деле. Про чертоги. Дальше, да? Именно так ты и хотел сказать. Не, я действительно так хотел сказать, что, как бы, в принципе, зачем возвращаться куда-то. Но есть одно но. Можно денег заработать. Там, на скачках, к примеру. Да, друзья, имейте в виду. Серега, ну-ка. Я немножко это так, метафорично. Если вернуться туда и обратно, и можно встретить себя тамошнего, во, поболтать бы с 13-летним, потому что наломал дров. Ну так, чисто не то чтобы подсказать. А, слушай, если ты в 14 лет дать подзатыльник, не объяснять за что, ну а там как пойдет. Ну ты же себя знаешь, ты бы себя бы не послушал. Такова правда жизни. Да, спасибо за вопрос. Не-не-не, у нас по одному только, извини. Ну ладно, ну а вдруг будет, ну очень интересно. Ну ты, я ведущий, я должен проявлять какую-то вот эту доминантность, хоть где-то, понимаешь? Хоть хотя бы здесь, не в жизни. Да? Ты хочешь еще второй вопрос, ну, девушка? Ну еще какой-нибудь давай. Да. У меня вот вопрос вообще был, как успокоить девушку, которая на кухне начинает швырять посуду из-за того, что там трек на полутон ниже, но это потом, после съемок тоже расскажешь. Гитару швырять? Хорошо, да. Еще один вопрос. Вы молодой человек. Дайте, мы не проявляем сексизма, поэтому молодой человек, просим вас. Просто очень много, поэтому не могу всех пропустить. Меня зовут Алексей, ну или Вишня. Сани с Петей часто видится, концерт недавно. Акустики виделись, Not Well Dressed виделись. Хотел сказать слова благодарности. Песни очень нравятся, особенно когда злой. И как послушаешь вашу песню, сразу становишься добрее. Вот так вот. А вопрос у меня, скажем так, будет примерно деловой. Есть у меня друг, у него есть группа Тринит, но вряд ли вы ее знаете, вряд ли слышали. Ну так вот, я думаю, как их, так сказать, продвинуть выше, как их раскрутить? Группа играет панк-хардкор, как вы думаете? Панк-хардкор вообще продвинуть можно как-то? Можно продвинуть. Вот это актуальный вопрос, интересно. Даже Егора Крида, понимаешь? Потому что панк-хардкор — это вроде как жанр андеграундный, куда не обращались, все отказываются. Типа, слишком тяжело, нет. Да жанр просто сам по себе. Фишка даже как не жанра. Как и ой. Все, я поняла вопрос. Фишка не жанра. Фишка материала и артиста. Если артист сам по себе интересен, и у них есть какая-то хитовая песня, то дальше все идет по накатанной. Мы ничего не делали для того, чтобы нас кто-то продвигал. Ну, это и заметно. Мы до сих пор не собираем стадионы. Мы просто медленно выпускаем свой материал. И он вам нравится, вы приходите. Он вам не нравится, вы не приходите. Поэтому тут нет советов. Это единственное, что я могу сказать. Так что, бро, надо работать. Ой, хардкор, Spirit of 69, все дела, в общем, будем жить. Все будет хорошо. Могу дополнить? Стрит-рок в нашем сердце. Да, обязательно. Нет, ребят, вы в любой момент говорите. Просто, ну, как идея, я знаю ряд музыкантов, которые очень искусные, даже на уровне так, ну, мастерства, и непопулярные жанры. И смотрю, там, за некоторыми слежу из них, тур по Америке.
казалось бы, ну, жанр такой, что ну прям крайне сегментарный. Прям вот. Но, во-первых, Аня уже сказала, артист должен быть, то есть он яркий, неповторимый, приятно смотреть независимо от жанра. И, во-вторых, уровень музыканта. Если уровень музыканта виртуоз, где бы он ни был, это невозможно оторвать глаза. Поэтому если ребята будут расти не только в плане коллектива, но и личностно, как каждый артист и музыкант, это со временем будет интересно, что бы они ни играли. Респект, респект. Отличный вопрос. Итак, я сейчас обращусь к своему внутреннему вакууму. У нас есть еще время на один вопросик? Или... Хорошо, у нас мой внутренний вакуум мне подсказывает, что у нас есть время, поэтому иди к нам. Да, видите, ребят, чтобы задать вопрос, неважно, первую руку подняли или нет, что у меня все равно зрение плохое, просто нужно щемиться, как бы вот, и тогда все получится. Привет, меня зовут Света, я психолог, и я знаю, что... Сколько, 5 в час? 6 тысяч? Вопрос не к этому. Я знаю то, что большая часть когнитивистов считает, то, что самое первое раннее яркое воспоминание у людей примерно в 3-4 года. И поэтому у меня вопрос абсолютно ко всем участникам группы. Расскажите, пожалуйста, свое самое яркое впечатление из детства. Самое первое, самое раннее воспоминание. А нам вам диагноз, да? Хорошо, ладно. Не в этот раз. Итак... Просто я не знаю, можно ли об этом говорить сейчас 2 секунды. Пегас, ревновать не будешь? Нормально будет? Ну, потом я вас буду ассоциироваться. Так, значит, сразу рассказываю. Мы жили в общежитии с родителями первые 8 лет моей жизни. У нас не было туалета, ванны. Мы ходили к знакомым, у кого, кто живет в бетонных домах, там, да, в панельках, и к ним можно было приходить помыться. Но в течение дня надо было что-то делать, да, как-то, ну, понимаете. И у меня был горшок такой металлический. И я помню, что я не понимала вот этой вот истории, когда ты одной вещью пользуешься только для одного дела. Я была за многофункциональность предметов. Вот, и значит, ну, все, мама вымыла горшок. Ну, короче, в общем... Как-то так произошло, и я помню это прекрасно, что, ну, значит, я вот смотрю на него, ну, вот, размышляю о жизни, о своем существовании жалком, беру этот горшок, надеваю на голову, и ладно бы осталась дома, я побежала по общежитию. По общежитию побежала с этим, знаете, такой огромный эмалированный горшок. И я помню, мне 3 года, сзади меня бегают родители. И мама такая: «Аня, вернись!» А ты такая: «Панк-рок жив!» Нет, 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 нет. Я залезла в мусорку. Я была протестной барышней. Взяла арбуз. Значит, мне повезло. Мне так вот, это помню, падают эти семечки. И мама на меня орёт. Типа: «Какого хрена, Аня, что ты творишь?» И ржёт. И я стою, значит, у меня варианты касок уже 2. И... Самое прикольное, что мама недавно говорит: «Слушай, видела вашу последнюю фотосессию?» Я смотрю, любовь к горшкам проснулась. И теперь каждый раз, когда мама приходит домой и видит мою эту каску с рогами: «О, горшочек». Узнаю дочь, да. Вот это я помню первое. Я мелкая, арбуз, горшок, вот почему-то у меня вот так. В общем, протестность, панк-рок с самого детства, да. Давайте поаплодируем, шум дадим. А я, знаешь, как думал? Я думал, это же на Чукотке происходит. То есть там в ведре просто ты его переворачиваешь, а там лед уже моментально. Тебе просто льдина такая сразу погода. Вот. Не, ну в помещении это терпимо было. А у вас кто следующий? Да, Жень. А. Сереж, ты же барабанщик, ты потом. Мне кажется, Сережа лучше скажет, потому что я на самом деле вспомнить. Потому что у них одно детство на двоих просто. У него все мысли так: что следующая песня? Соль, до, соль, до, соль. Про Женю на детство, да? Женя, короче, я сейчас что-нибудь скажу, а он потом такой: «Ой, я тоже самое хотел сказать». Это какие-то старые шутки говоришь уже про басистов. Сейчас, ребята, договори. Давай, давай, бомби, малыш. Было, по-моему, 5 лет, мы снимали где-то, ну не мы снимали, а родители снимали где-то загородный дом. И история в истории. Во-первых, с тех пор я понял, что женщинам доверять нельзя, потому что... В 5 лет-то, мне, да? Сказали честное ленинское, а я родился давно. Так получилось. И честное ленинское было, что козы производят грильяж Ротфронт. Это было не так. Вот две девчонки меня жестко обманули. А история еще из ярких воспоминаний того же дня. Было солнышко, там, лето, и мне подарили грузовик с фургоном цирк, и он был глянцевый. Я мечтал об этом грузовике, и тут так совпало, что на поляне, значит, лежит этот грузовик, рядом сидит мой дедушка и огромный молоток.
И в этот момент был законный вопрос. Можно? Он переглянулся, никого нет, говорит, можно. И я ее просто вот почем зря, вот на самые мелкие осколки, но я бил очень долго. У меня в мечтах было, что я сейчас замахиваюсь, и с первого удара, как в лучших боевиках, разлетается все до горизонта, не произошло. Просто помялось, потом еще помялось. Ну, я уже колотил сколько мог. Но вот и доверие к женщинам в тот момент пошатнулось. Собственно, пока колотил, так ты стал барабанщиком, я так понимаю. Ну, все не зря. Что, подожди, что... Стоп. Что козы производят грильяж? Не производят. Все, я просто такой думаю, ах, вот он откуда, но нет. А, так, дальше. В принципе, да, воспоминания все, ну, ты не созрел. Не, у меня есть одно. А, но оно, правда, банальное такое. Типа, я на даче, значит, купаюсь в бассейне таком надувном. Вот, меня купает мама. Две секунды. Пока я, значит, в три года. Этот, на даче, в басике. Мама купает. Это, короче, у меня очень короткая память, может, это было в 12. Он москвич, да? Ай, москвичи. Ну, да, прости, брат. Я просто тоже сибиряк, у меня с детства говорили, что они там в своей Москве обнаглели, что они там на даче в бассейнах купаются, а пока мы с ведрами на головах бегаем. Надувной, он был маленький совсем, надувной. Расскажи, брат. Короче, меня купает мама, бабушка и прабабушка. Я помню свою прабабушку, приколитесь. Короче, и еще у меня трусы со слоником. Вот и все, что я помню. Отличная история. Ты очень долго к этому вел. Ребята, простой способ рассказать всем людям в прямом эфире, что у тебя трусы со слоником. И что у тебя три женщины вымыть не могли, понимаешь? Так, друзья, тем временем... Офигеть. О, да. Петя, у тебя до сих пор трусы со слоником? Окей. Нет, а я думал, ты сейчас скажешь, а я то же самое хотел сказать. А я тоже покупать тебя хочу, да? Искупать. Скажешь, не продаются. Друзья, трусы со слоником, Full Power Flex. Давайте последний вопрос, и будем играть музыку. Ну, давай, да, ты больше всех тут панковала. На самом деле, у меня, возможно, очень банальный вопрос, но я задаю его многим людям. Все, наверное, помнят свое детство, там, не знаю, второй класс, третий. Кем вы мечтали стать? Вот. И думали вы вообще, что будете на сценах играть и все такое? В интернетах. Да. Я стала тем, кем мечтала. Я прямо родилась и сказала: мама, кто эта женщина по телевизору? Мама говорит: это Любовь Успенская. Я говорю: а это? Мама говорит: это Ирина Аллегрова. Я говорю: что они делают? Мама говорит: поют. Я говорю: как называется эта профессия? Певица. Я говорю: отлично, берем, заверните. Все, я прям с детства хотела быть певицей, актрисой и переводчиком. И тем я и стала. Ну, не актрисой. Респект. Петь, у тебя какие планы были? И реализовались ли они? Ну, короче, я когда начал мечтать, типа, это было так лет, наверное, 10-12, может быть. До этого тебя намывали просто, не до этого. А меня отмыли, и я вот тогда начал, например. Так. Значит, я, типа, услышал группу «Скутер», и мне понравилось, как чувак там играет на гитаре, короче. И вот, типа, тогда я решил, что я стану музыкантом. И помните, группа «Скутер» была? Как... Приезжаю скоро, кстати, кто хочет. Кому за 40, пойдемте. Вот. Так что, как бы, сработало. Респект. Спасибо «Скутеру» за тебя. How much is the fish? Да. Это рефлекс уже такой внутренний вырабатывается. Брозов? Ну, вообще, такой вопрос нормальный. Не, я тоже хотел стать музыкантом, на самом деле. Я даже помню... Получилось ли это, кстати? Да, в общем-то, ну так. Такое. Хотел стать музыкантом, стал басистом. Короче, у меня были такие клавиши, в которые дуть надо было. Я играть не умел, вообще ничего не знал. Но так классно было. Мелодика, по-моему, называется. Да что-то типа того. Может быть, даже какие-то китайские. Я, честно говоря, даже уже не помню. Классно было, в общем. И вот теперь у меня бас-гитара. Понял. Китайские клавиши, надо было дуть, стало классно, теперь у меня бас-гитара. Вот такая краткая история. Да ладно, братан. Серег. Никогда не планировал стать музыкантом, вообще не понимаю, как так произошло. В детском саду, я помню, девочка проявляла ко мне симпатию, и
У меня отец много времени посвятил классическому ралли, он мастер спорта по ралли, и я считал, что я буду как и он. А как это выглядело? Это выглядело, что детям нужны там ботинки, штаны. Я такой, нет, нам на спортивную машину нужна коробка передач, как бы штаны будут в следующей жизни. И постоянные поездки, вот как у нас там туры, гастроли, а это поездки по всей России, по чемпионату, по Европе. И она подходила ко мне, значит, ну вот мы же будем с тобой вместе там, гулять, как-то встречаться, там, 3-4 года, ну конечно. Вот, и я говорил, слушай, ну тебе будет со мной тяжело, я же буду постоянно в разъездах, у меня же, ну я вообще-то раллист, как бы, а как сказали тогда взрослые, тяжело и неказисто, я слышал всегда жизнь российского раллиста. И я считал, что я вот такой весь разбитной рубаха-парень, езжу, значит, по городам и весям. И... Оказалось, жизнь бас-гитариста тяжело и неказисто. Это мы теперь знаем. Знаем, любим, помним, скорбим. Что-то мне сегодня очень много внимания. Как-то это странно. А ты дальнобойщиком, беги, беги. Дальнобойщиком не хотел быть, не? Я вообще не понимал, что это такое. Я просто считал, что я весь такой буду важный, ко мне будут льнуть женщины, а мне для этого надо просто сделать серьезное лицо. Льнуть женщины. Вот. И потом, я не знаю как, мне кто-то подкинул палочки. Вот до сих пор сижу, не знаю, что здесь делать. Слушай, это аккуратно. Нужно смотреть, чтобы не подкидывали. Это вообще... Дело такое. Но ты мечтал о двух детках, и у тебя два близнеца. Я считаю, надо за это аплодировать. Да, ребята, аплодисменты. Давайте пожелаем, чтобы барабанщикам ничего, кроме палочек, не подкидывали. Всем нашим бас-гитаристам, гитаристам, вокалистам и всем вообще рок-музыкантам на планете мы желаем добра, любви и счастья. А пока я говорю вот этот бессмысленный набор слов, Аня, тебе нужно было понять, какой вопрос был самым лучшим. Слушайте, нам никогда не задавали про наше детство. Ну, я могу сказать, какой ответ был самым лучшим. Но если бы не девушка, я бы никогда в жизни не узнала, что у тебя были трули со слонами. Поэтому... Так что, друзья, приз. Ну-ка, пожалуйста, приз. Достается тебе. Где девушка-психолог? Да, иди к нам. Ты же сдавала, да, про детство? Да. Держи. Напомню, как тебя зовут? Света. Окей. Света, вот тебе достается диск. Ну-ка, достань его. Настоящий. Да, кружечку подержим. Да, CD-диск, я не знаю, куда ты его ставишь. У тебя есть CD-проигрыватель? Я найду, куда его ставить. Мы в тебя верим. Умница моя, как ты его? Так что, а если что, да, там, если какие-то проблемы, домашние ссоры, на полтон выше, на полтон ниже, обращайтесь к психологу, пожалуйста, да. Свет, ты молодец. Спасибо тебе большое. Все, мы тебя приметили, когда следующий альбом будем писать. Да, я Паш Плохой, свадьбы корпоративы, и мы продолжаем шоу «Брать живьем» на О2 ТВ. Let's go! Это группа «La Scala». В
Спасибо. Я не хочу больше петь эту песню. Давай другое. Давай, мы же уже движемся к концу передачи, правильно? Поэтому давай что-нибудь позитивное. Мы наваливаем бас! И любим вас! Мы сегодня круто потусили. И плевать, что понедельник. Спасибо, друзья! Наша встреча претендует на репит. Мы увидимся с вами на акустиках 21 марта в Москве, 28 марта в Питере. Вологда, Череповец, Ярославль, ждите нас. Ну что, друзья, очень круто было сегодня для вас играть, петь и танцевать. Спасибо за то, что стали частью нашей новой истории. Негатив одной волной, а ты не перебивай, а лучше двигайся со мной. В тесном мире из бетонных плит мой мотор диктует новый бит. Крыша едет, голова кипит, но согласись, что эта песня претендует на репит. 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 Где-то на лавке.
будет хуже. Дома не дождется ужин, и чтоб скрасить день потерь, я снова нажимаю play. Музыка заполняла уши, скрыв негатив одной волной. А ты, не перебивай, а лучше дрыгайся со мной. Ребята, это группа La Scala. Все верно. Check this out. Друзья, спасибо вам огромное за теплый вайб, за крутую энергию, за классный музон. Спасибо, Петя, за бутерброды, Женя, спасибо. Серега, Анечка, очень рад с вами познакомиться. Сегодня было по-настоящему круто. Это шоу «Брать живьем» на О2 ТВ. Меня зовут Паша Плохой. 27 числа у нас здесь будет в гостях группа «Мураками». Поэтому, кому интересно, находите нашу группу ВКонтакте. Там пишите свои имена, фамилии. И, может быть, вы здесь окажетесь тоже в нашей студии. А сегодня в 9 вечера смотрите на нашем же канале «Шоу Бетон» про электронный музон. Кстати, я думаю, можно спросить аудиторию, которая оказалась здесь, в этом зале. Вы кайфанули? Если хочешь кайфануть так же, находи нашу группу ВКонтакте, все такое. Ну и подписывайся на меня в инсту, естественно. А если вы кайфанули, что вы обычно кричите, когда вам понравилось? Нет, вы говорите «спасибо». Давайте, давайте все вместе покричим. Я, по-моему, понимаю, что это не двусмысленный намек. Давайте. Спасибо! Группа La Scala! Да, а меня зовут Пашка. Всем спасибо, и все будет круто. Любите друг друга, слушайте хороший музон. Пока.